Компании «Колмар», «Якутуголь», «Сахатранснефтегаз», «Аэропорты Севера», «Якутский хлебокомбинат» и другие. Это лишь половина тех предприятий, которые представили свои вакансии. Между тем, чтобы было легче посетителям в поиске работы прямо у входа у стенда агентства, любой желающий мог оставить свое резюме. Агентство собирает их и направляет на предприятия, исходя из их предпочтений. По Якутску видно, что огромный спрос на данную ярмарку населения. Изначально мы планировали собрать около 300 анкет до конца дня, до 8 вечера. За 2 часа работы ярмарки мы уже этот порог перешагнули. Да, поэтому это очень хорошо, что мы угадали настроение будущих работников, да, что они пришли на эту ярмарку вакансий. И мы рады, если наши партнеры-работодатели с помощью данной ярмарки найдут интересующих их специалистов. Действительно, ярмарка вакансий – это метод активного поиска работы, который помогает соединить интересы работодателей и соискателей в одно время и в одном месте. Для работодателей это возможность подбора работника из большого количества претендентов. Ну, вообще, ярмарка вакансий, конечно, очень актуальная тема для республики. Люди заинтересованы в трудоустройстве. На сегодня мы предлагаем профессиональное обучение на рабочие профессии. Это рулевой моторист, судовой электрик. В принципе, я считаю, что бесплатно отучиться и гарантированное трудоустройство – это, в общем-то, хорошая перспектива. Люди подходят, интересуются, думаю, что результаты будут все равно. Из представленного спектра вакансий наибольшим спросом пользовались рабочие специальности. По словам организаторов, на Дальнем Востоке ощущается острый дефицит в таких кадрах. А на ярмарке шанс найти работу дается не только состоявшимся в профессии специалистам, но и молодым перспективным кадрам. Получил высшее образование и вот после армии сейчас вот пришел, ищу работу. Какая у вас профессия? Инженер-строитель автомобильных дорог. Ну да, я там вот аэропорта Севера там оставил свое резюме и в центре вот занятости получается тоже свое резюме оставил. В рамках этого мероприятия состоялись мастер-классы, в ходе которых участники узнали, как правильно составить резюме и успешно пройти собеседование. А по итогам ярмарки за получением информации по трудоустройству обратились около 600 человек. По оценкам специалистов агентства, в перспективе до 2021 года в Якутии будет создано более 10 тысяч новых рабочих мест. Оксана Устинова, Владимир Таюрский, НВК «Саха Якутск».